Привет, серая Москва! Что у нас, интернет есть? Есть, есть интернет. Ну что, как обычно, мы возобновляем вещание из пробок. Снова с вами Вика и Марина. Это мы. Приглашенные звезды. Приглашенные звезды сегодняшнего эфира. Я знаю, вы по нам скучали. А мы в Москве. Сейчас наивно хотели пойти в кино. А приехали и перепутали время сеанса. И нам сказали, да ну вас на. Ну и мы им тоже так ответили, в принципе. Хотели посмотреть фильм с Робертом Де Ниро про что-то дедушка, что-то там. Вот, вы, кстати... Легкого поведения. Ну да, точно. И сейчас едем в другой кинчик. Может быть, там нам повезет больше. В надежде успеть там. Да, посмотреть на дедулю Роберта. Шикарный фильм, да? Вам понравился? Спасибо. Кстати, посоветуйте, что можно... Мы на несколько дней в Москве. Посоветуйте, что можно посмотреть. Ненадолго. Гастроли. Как баскетбол вчера? Хорошо. Выиграли наши. Кстати, мы так удивляемся, что мы когда приходим на баскетбол, потом такой фидбэк, что я даже не ожидала, что столько среди людей, которые на меня подписаны... что столько людей смотрит баскетбол, что он настолько популярен. Мне казалось, что кроме футбола не существует другого вида спорта. Так, привет. Девушка из Дании, хорошая, он тоже, кстати, идет. Я видела сейчас на его на сайте афиши, но я не, не нудный он, нет такое название «Девушка из Дании». Угу. Так, крутые очки, да, они скрывают мои невыспавшиеся глаза. А мои нет. Я читаю. Мои не скрывают. Ты вчера уже всем показала, как ты устала от жизни на баскет. Просто мы вчера сидим на баскетболе и заходим в комментарии. Сейчас, подожди секунду. Важно. Блин, как посмотреть-то это? Ну все уже никак. Как посмотреть? Но мне надо это посмотреть, этот комментарий. Мне кажется, это было что-то срочное. Перелеты утомляют? Да нет, перелеты поднимают настроение. Мы летим все время такие счастливые, что мы летим куда-то. Нравится певица Кэти Топурия? Да, это одна из моих любимых певиц. Очень нравится. Круто, Лабутена засветила. Да никого я не засветила. Что вы начинаете? Не было у нас такой задачи. А может быть и была. Так. Сюжет оригинальный в «Девушке из Дании». Но, честно говоря, мы сейчас приедем. Зай, можешь поддержать? Давай. Мы сейчас приедем, и что будет, то и посмотрим уже. Потому что мы очень давно не были в кино. Мы кроме России в кино больше нигде не ходим. И вот решили, что сейчас есть пару свободных часов между какими-то делами, и хотим посмотреть кино. Потому что летаете в комфортных условиях. Ну да, мы летаем в комфортных условиях. Не утомляют. Хорошо ли знаю английский? Достаточно хорошо, да. В Дубае стоит сходить в кино. А почему вы ставите там слезки? Я, кстати, ходила. Там хорошие кинотеатры очень. Просто иногда лень на английском смотреть. Привет из Иркутска, минус 35. У нас теплее. Ура, привет из Нью-Йорка, приезжайте. Повезу вас в Майами. Зачем нас везти, мы сами поедем. Вики, no which country you have... What? Sorry, I didn't get you. What did you write? Say it again. Удочери меня? Ну давай, мне не жалко. Привет, девчонки. Марина, с тобой тоже разговариваю. Привет. А, так я не рассказала историю про баскетбол. Я просто боюсь то же самое сделать. Мы вчера сидели на баскетболе, и просто мы заходим в перерыве в Инстаграм, причем к Марине, у меня интернет не работал. И в моем профиле ей какая-то девушка, мне кто-то пишет, Вика, передайте Марине, чтобы не зевала так. А нас, оказывается, показывали, а Марине было так интересно, такая увлекательная была вчера игра. Но мы наконец-то разобрались в правилах баскетбола.
в итоге Марина, в итоге Марина больше не зевала. Она даже поняла, как трехочково происходит. А за что 2 очка дают? Кстати, вот как вы считаете, какой самый популярный вид спорта из всех? Ну, я так понимаю, что выбор сейчас будет между хоккеем, футболом, баскетболом, теннисом. Что там, биатлон сейчас? Биатлон тоже популярный. Вот мне просто интересно. Потому что мне